Всем привет, друзья, с вами я, Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня мы с вами попытаемся отыскать клоуна Пеннивайза в подземных путях Лос-Сантоса. Я надеюсь, что все мои подписчики знают клоуна Пеннивайза, и вы, наверное, уже заметили, что сегодня я играю вот за такого маленького ребенка, у которого, кстати, на пиджачке нарисован Спанч Боб и Патрик. И, в общем-то, сегодня мы с вами серьезно попробуем воспроизвести фильм «Оно», то есть мы реально спустим в канализации и попытаемся отыскать Пеннивайза. И в общем-то, ребятки, учитывая тот факт, что сегодня мы играем за ребенка, у меня не будет абсолютно никакого оружия, не считая вот этого ножа, которым мы сможем, если что, отбиваться от Пеннивайза. Но, честно говоря, ребята, мне не верится, что я смогу его победить при помощи какого-то обычного ножа. Помимо этого, у меня, конечно же, есть фонарик, потому что вполне вероятно, что в канализации будет очень темно, и дорогу мы с вами будем видеть только благодаря нашему фонарику. Но чтобы вы не пугались, сегодня я пойду на эти поиски не один. У меня будет очень хороший напарник, которого зовут Джимми. Он тоже ребенок, но пока что я не хочу вам его показывать. Сейчас он меня ждет прямо у канализации, то есть я сейчас подъеду к нему на вот этом вот крутом байке. Да-да, именно вот такой байк сегодня у ребенка, потому что на других транспортных средствах кататься он, к сожалению, не умеет. И мы с вами уже посмотрим, кто же такой Джимми. Вот, ребятки, серьезно, напишите в комментариях, если вы уже догадались, что это за Джим, я вам пока что рассказывать не буду, потом сами все увидите. Ну и, конечно же, друзья, сегодня в самом начале ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк и, конечно же, подписаться на мой канал, потому что сегодня мне очень будет нужна ваша помощь в поиске клоуна Пеннивайза. Так что прямо сейчас, друзья, попрошу каждого из вас влупить лайкос этому ролику. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы любите ролики по GTA 5, а я уже буду потихонечку выдвигаться к нашей канализации. Я надеюсь, ребята, что Джимми там никто не съест, пока мы к нему едем, потому что он стоит прямо у самого входа. Так, и нам вроде как нужно ехать вот в ту сторону. Да, ребятки, я прав. У нас тут есть некоторые ориентиры, чтобы я не заблудился. Это вот эти вот небольшие канистры. Господи, посмотрите, что показывает этот малец. Он просто показывает факт. Ну-ка, стоп. Серьезно или мне кажется? А, что? Блин, ребятки, серьезно. Ну ладно, фиг с ним. Давайте, короче, сейчас попытаемся отыскать Джимми, так как я его здесь что-то, ребят, не вижу. Так, интересно. Что за фигня такая? Где Джимми? Ребятки, что за бред? Так, стоп. Мы подъехали сами ко входу. Джимми нету. Так, я вижу какого-то там человека. Интересно. Так, ну вход тут. Где Джимми-то, ё-моё? Ребятки, что-то я не понимаю. Окей, давайте-ка мы с вами попытаемся спуститься в канализацию, потому что Джимми вроде как здесь нету. Окей, я понял. Так, а это что на полу такое валяется, мне кажется, или это кровь? Ребятки, что за фигня? А, что это такое? Это серьезная кровь? Я не понял, ребят. Так, ладно, очень удобно передвигаться за такого маленького человека, потому что он капец какой низкий, и осматриваться достаточно тяжело, ребятки. Я думаю, что если нас налетит клоун Пеннивайза, учитывая, какой он большой, то сражаться с ним будет крайне тяжело, поэтому нужно быть реально наготове. И сейчас наша главная цель, ребята, это не найти клоуна, это спасти Джимми, потому что я не знаю, где он и куда он пропал. Мне кажется, что он, конечно же, пошел без нас туда вовнутрь, и маленько, может, даже заблудился. Так, что тут такое протекает? О, господи, как это стрёмно выглядит. Ладно, ребята, проходим дальше. Блин, ребят, это место реально очень жуткое. И вспоминая все, что мы здесь уже видели, это капец как жутко. Это что такое? Ух, твою мать, Джимми. Какой ты только что был страшный. Да, ребятки, это Джимми Нейтрон. Я решил позвать с собой самого настоящего Джимми Нейтрона. Ты где был, блин, Джимми? Я что-то вообще не понял, какого фига ты слился от нас? Ну ладно, ты в темноте тоже выглядишь каким-то стрёмным, офигеть, вы посмотрите, какой он странный, прям такого непонятного цвета, на улице он выглядит симпатичнее, чем здесь. Ну ладно, Джимми, я так полагаю, ты уже разведал территорию, учитывая, что ты не кричишь, Пеннивайза ты пока что не видел, так что можно продолжать двигаться. Давай, Джимми, побежали за мной. И, ребятки, знаете, почему я позвал Джимми? Зная, что Джимми один из самых умных мальчиков, да вообще, в принципе, детей на свете, это очень умно с моей стороны, потому что Джимми сможет, если что, придумать какой-нибудь план побега или еще что-то в этом роде, чтобы мы смогли спать. Ну или, по крайней мере, как-нибудь удачно кинуть в Пеннивайза свой фонарик, чтобы тот как-нибудь, не знаю, там, оглох или еще что-то в этом роде. Мне кажется, Джимми на это способен. Так, Джимми, ты что там стоишь? Чего боишься?
Так, побежали, побежали быстрее. Он так отстает от нас. Мне кажется, что он уже что-то здесь увидел. Потому что, учитывая, как он передвигается, это, по-моему, не совсем нормально. Ладно, ребятки, короче, бежим вперед и попытаемся найти, конечно же, нашего клоуна. Рядом с нами, кстати, кто-то только что перестреливался, ребятки. До сих пор, кстати, стреляют. Надеюсь, вы это слышите, потому что я этот звук прекрасно слышу. Он где-то прямо над нами раздается. Блин, очень жуткое место, ребятки. Так, тихо. Это что за звук был? Джимми, ты слышал? Что за бред происходит? Блин, что за фигня? Почему свет погас? Ребятки, мне это уже, честно говоря, очень сильно не нравится. Так, Джимми, ты где? Ух ты, блин, пугаешь меня так сильно. Окей, Джимми, давай, короче, пойдем вперед, потому что пути назад у нас с тобой уже, к сожалению, нету. Джимми, блин, пожалуйста, не отставай от нас. Давай, пошли дальше, потому что впереди еще очень долгий путь. Так, ух тышка. Ребятки, я уже вижу кое-что очень интересное. Джимми, ты это видишь? Как ты это объяснишь? Что это за фигня в воздухе? Я помню похожую вещь, ребятки. Это у нас... Ох, да, это, ребятки, у нас монстр канализации. Окей. Попытаемся его просто обойти, потому что, насколько я помню, он не очень опасный. То есть он, конечно же, может на вас напасть, если вы к нему подойдете очень близко. Но если держаться от него подальше, то он будет вообще, в принципе, не особо опасен. Так, Джимми, ты опять отстаешь, что ли? Джимми, ты что, издеваешься? Блин, капец. Ну-ка, давайте-ка посмотрим на эту штуку. Капец, какая она жуткая. Так, ладно, я не буду ее трогать. Чё это такое? Ребят, здесь трупы. Блин. Походу, мы нашли Пеннивайза. Друзья, все очень плохо. Джимми опять от нас отстал, видимо, заинтересовался этим монстром. Но я там стоять не особо хочу, потому что всегда нужно лучше двигаться. Так, очень много трупов, ребят, вы посмотрите, это обычные строители, они все в крови. И мне кажется, я знаю, чьих это рук дело. Окей, проходим, короче, дальше. Воу, Барбос, ты что тут делаешь? Что? Песик? Ребятки, обычный песик. Так, у меня есть идея небольшая, ребятки. Давайте-ка мы с вами сейчас сделаем такую вещь. Поскольку я играю за ребенка, то, в принципе, имею право забрать этого маленького барбоса вместе со мной, с собой, точнее, из такого жуткого подземелья. Вот если вы хотите, чтобы я забрал этого маленького песика, то прямо сейчас, ребят, ставьте лайк под этим роликом. Потому что, посмотрите, как он скулит, вы слышите это? Мне кажется, его нужно забрать с собой будет. Я надеюсь, Джимми там придет в себя, и мы реально пойдем с ним дальше. И барбоса этого я постараюсь, если что, друзья, забрать вместе со мной. Мне бы не хотелось, чтобы он оставался где-нибудь здесь. Так что, барбос, не волнуйся, я скоро с тобой вернусь. Потому что я уверен, что подписчики поставят лайки, чтобы я тебя спас. Ну ладно, друзья, короче, давайте двигаться дальше. Ой, как здесь глубоко, посмотрите на это. Офигеть. Надеюсь, что я скоро найду Пеннивайза, потому что я прошел уже половину метро. Опять труп. Господи, это какая жуткая жесть. Ладно, так, дождемся Джимми, короче, и двинемся дальше. Ну все, ребят, Джимми с нами, он тоже согласился забрать с собой этого маленького песика. Окей, давайте попытаемся пройти в эту часть. Так, ух ты, какой там страшный звук. Я так полагаю, что это уже метро. Но я думаю, туда смысла выходить нету, потому что нам нужно двигаться только по канализации. Поэтому тем входом, ребятки, мы с вами займемся попозже. Давайте пока что мы с вами двинемся вот туда, посмотрим, что у нас есть в той части. Давай, Джимми, не отставай от меня, пожалуйста, потому что мы зашли уже очень-очень далеко. Давайте попробуем пробежать куда-нибудь вот сюда, быть может... Вау! Блин, мы его нашли! Так, Джимми, бежим! Твою мать, бежим, бежим, бежим! Джимми, ты его что, не видел, что ли? Так, тихо, ребятки, это он! Ох, твою мать, он бежит! Ой-ой-ой-ой, бежим, бежим, Джимми! Это настоящий Пеннивайз, ребята, вы это видели? Так, вот я сейчас покажу вам поближе, посмотрите. Это реально он! Блин, Джимми, вали от него! Ты чё, гонишь, что ли? Твою мать, мы же не бессмертные всё-таки! Ты чё стоишь? Джимми, ты... Ты чё? Ты придурок, что ли? Так, погодите-ка. Пеннивайз воды, что ли, боится? Вы посмотрите, он идет за нами. Он боится воды! Ребят, серьезно! Опа, у меня появилась одна идейка. Так, Джимми. Вау, блин, он побежал. Так, ну-ка давай, Пеннивайз, попробуй, зайди в воду. Ну-ка, ну-ка. Ребятки, мы нашли средство против Пеннивайза, он боится заходить в воду. Ну что ты скажешь? Что ты мне скажешь? Оу, тихо. Ты что делаешь, Джимми? Стоп, Джимми хочет ударить Пеннивайза? Ты что, издеваешься, что ли? Так, оу, воу, тихо. Так, блин, получай, сраный клоун. Ой, я промазал, а у него мачете. Оу. Блин, это было больно. А, он больше не боится воды. Блин, ребята, тихо. Мы его обманули. Так,
Получай! Оу, блин, Джимми, тоже бей его, пожалуйста, ты чё, блин, не дерешься с ним? Я чё, один его буду, что ли, пытаться убивать? Да тихо ты! Вау! Вот это нормально было! Так, получай, иди в воду! Так, на тебе фонариком еще раз! Так, на, держи! Блин, черт побери! Он какой-то очень сильный, ребятки, его прям вообще не валят мои удары! Так, на, по башке! Чё ты скажешь? Сраный клоун! Блин, какой он все-таки жуткий! Вау-вау-вау-вау, блин! Тихо-тихо-тихо, он меня уже снес нормально так хп! Так, Джимми! Вау, красавчик, Джимми, бей его! Получай еще разочек. Так, а ну-ка давай-ка нож возьмем. Так, вау, блин, он нас резанул. Так, тихо, куда он нас ударил? Так, мы еще живы, ребятки, это очень хорошо. Значит, мы еще имеем шансы на спасение. Так, Джимми, забивай его. Так, давай-давай-давай-давай, запинывай. Так, получай еще разочек. Так, он опять встает, ребята. Он, по-моему, бессмертный все-таки. Так, тихо. Тихо-тихо, давай, мы все-таки ловчи его, посмотрите, он не может по нам попасть иногда, когда мы от него уворачиваемся, у него реально это не получается, а если мы с тобой сейчас попробуем вот так вот, вау, да ты тихо, блин, так, иди сюда, так, давай-давай-давай, посмотрим, кто круче, вау, ты че, серьезно, он побежал, ребятки, так, стой, Пеннивайз, я тебя никуда не отпущу, так, да, блин, ты засранец, куда ты бежишь? Так, ребятки, валим за ним, он, походу, хочет нас куда-то привезти. Я не понимаю, куда он реально побежал, но он, по-моему, маленько струсил. Так, стой, засранец, нифига тут сколько кровища-то. Так, тихо, ты чё, блин, Пеннивайз, ты, блин, какого фига ты бегаешь? Я же думал, мы с тобой драться будем. Так, давай еще разочек, получай, блин, по ноге, сраный Пеннивайз. А, он опять побежал, ребятки, по-моему, мы с вами смогли напугать Пеннивайза, вы представляете? Он все-таки понял, что нас просто так не взять. Это очень круто, друзья, значит, сейчас у нас есть шанс реально его одолеть. Так, давай, догоняй его, догоняй, он все-таки быстрее нас, потому что он все-таки взрослый уже такой, знаете, клоун. Но, учитывая, что он призрак, это неудивительно так-то, ну да. Мы вроде как тоже его можем догнать, ребятки, насколько я пока что понимаю. Но нет, блин, ты что, издеваешься, Пеннивайз? Да стой же ты, куда ты так от нас бежишь? Он сейчас все метро, блин, пробежит, ребята, вы посмотрите, как он просто бежит от нас, как трус самый последний. Так, иди сюда. Вау! Нормально, нормально. Так, давай, 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 запинывай. Мы поймали его, ребятки. Так, давай, получай, Пеннивайз. Блин, какой ты сильный все-таки. Он просто выносливый очень. Вы посмотрите. Я не могу его убить этим ножиком. Так, давай еще разочек попробуем. Так, ну-ка, да ты че, живешь, серьезно? Так, ну-ка, вставай. Так, бей его. Вау, он решил драться. Он понял, что это, видимо, бессмысленно от нас убегать. Эй, блин, да харе, ты что пинаешься-то? Что, по-другому не можешь, что ли? Получай в ответ. Так, вот это прикольная драка, ребятки. Мне нравится драться с Пеннивайзом. Он, походу, понял, что попадает по нам только, когда бьет мачете, а по-другому у него никак не получается. Оу! Блин, а вот это было сильно, вот это было... Вот это было тоже сильно, блин, пинок просто под зад такой. Так, да стой ты, блин, Пеннивайз. Так, да... Что происходит? Так, да тихо ты, Джимми, тоже бей его, пожалуйста, я с ним один не справлюсь. Так, по-моему, у нас большие проблемы, ребятки. Я не могу его сейчас ударить никак. Вот, все, нормально, нормально. Так, получай фонариком по щам. Получай. Во, Джимми, красава, повалил его. Так, давай, давай ножиком. Оп, о, нифига он отлетел. Вот это был, кстати, неплохой удар, такой чисто лоу-кик, знаете, прикольненький. Так, давай бегаем вокруг него. Так, оп, такой выпад нормальный. Еще разочек, еще давай. Ну, что ты еще скажешь мне? Так, оп, мы уклонились. Вот это было круто, ребята. У нас все получается пока что. Так, да тихо ты. Тихо, получай. Оп, вот это круто, ребятки. Ну все, можно, в принципе, его забивать уже. Да, блин, я по всем углам его уже затаскал, ребята. Он вообще ни в какую не умирает. Я не знаю, что нам с ним делать. Ой, я, по-моему, ударил Джимми. Джимми, прости, я не хотел этого делать, потому что это сам Пеннивайз виноват. О, стоп. Чё? Серьезно? Ребята, мы это сделали. Все, Джимми, успокойся, мы его убили. О, да, ребята, я колотил его примерно минуты, наверное, ну, 3-4 точно, потому что он уже успел несколько раз встать, несколько раз опять упасть и пару раз еще ударить по мне, хотя вроде не пару, а один раз, насколько я помню. Но теперь у нас есть мачете Пеннивайза. Ребята, вы посмотрите, какое классное мачете. Офигеть. Ну чё, Джимми, чё скажешь? Мы с тобой красавчики, мы смогли реально убить Пеннивайза. Давайте сейчас я заберу вместе с собой Барбоса, и мы с вами будем пытаться выбираться наружу. И там уже, я думаю, можно будет отправиться домой. И, в принципе, надеюсь, что сегодня все будут довольны. Ну все, ребята, я, в общем-то, поехал домой. Джимми сказал мне, что заберет этого Барбоса, и он поживет пока некоторое время у него. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Надеюсь, вы поставили лайк и подписались на мой канал. Потому что сегодня мы с вами реально одолели клоуна Пеннивайза.
Пеннивайза. По-моему, это было очень круто. Пишите в комментариях, какие еще ролики вы хотите видеть у меня на канале, каких героев вы хотите, чтобы я, может быть, показал, ну или каких новых злодеев вы хотите, чтобы я убил. Блин, я чуть не разбился. Так, давай, братишка, вставай обратно и садись на мотоцикл. Теперь у меня есть трофей мачете Пеннивайза. Это очень круто, по-моему, и теперь я смогу хвастаться своим вот этим вот достижением, ну, своих сверстников, да, получается. Все-таки я сегодня играю за какого-то 11-летнего и даже, может быть, 8-летнего малыша, который реально смог одолеть Пеннивайза ножиком. Да, звучит, конечно, бредово, но, ребята, так оно и есть. Короче, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Жека Гост. Всем удачи и пока!